Так, надо тапки сюда положить, чтобы не сдувало тебя. Ты песком будет нырять из тебя. Сейчас тенечек стал. То, что у меня нормальный тенечек, у тебя не будет никак. Ты можешь ноги в тенечек прятать сейчас. Ну, да? Зачем? Ну, если будешь головой захочешь, голову можешь в тенечек прятать. Что, готово? Нет, у тебя руки высохли. У тебя что, у тебя спина сырая? Толку-то от моих рук. Сохнет. Там волны меньше. Где? Yeah. С той стороны. А, так по углам, там всегда меньше. Я чуть-чуть отдохну и тоже пойду. Что-то тут столько песка. А? Песка много. Так ты все на мою сторону сложи. А. Давай сложу все на мою сторону. Чтобы у тебя было место полежать. Так песка, говорю, много, при чем тут твоя сторона? А песок, я же тебе говорю, вот эту тапочку я положу. Задувала, она заковыривалась, и песок находился на отца. Понимаешь? Поэтому мне места же вообще хватит. Давай ложись на мою сторону. Хорошо? Ты туда не убирай, ходи, сидит. Thank you.
телефон хотя бы сотовый накрывай, чем нибудь накрывай его. Чтобы это, пока монитор не сгорел у нас. Его просто накрывай хомочкой хотя бы. Потому что пока монитор горит. Выгорит, он вас плохо показывает. Просто сумочка даже накрой. А? Телефон сумочка накрывай, а то у тебя сгорит монитор вот этот, выгорит. Thank you.
первый раз вижу по утазе. Что ли? А? По утазе раз. Покупайте. Я пошел плавать.